В настоящий момент в раменском филиале пансионата для пожилых проживает 59 человек. Здесь люди преклонного возраста получают уход и медицинское обслуживание. Под руководством специально обученных сотрудников проходят досуговые занятия. Также проживающие любят прогулки на свежем воздухе. Медики Видновской районной клинической больницы предложили пройти вакцинацию от ковида, на что многие из жильцов охотно откликнулись. Я хочу дальше прожить. Прожила я уже 80 лет, еще хочу дальше пожить. Вот и хочу с детьми общаться, с внуками общаться, если со своими знакомыми. Стоит одному заболеть, если что-то, все больные будут. Так что я считаю, что надо делать прививку. Перед процедурой медики проверили все истории болезни пожилых людей на предмет противопоказаний. Тем, кого допустили до проведения вакцинации, измерили давление и температуру. Прививка проявила себя с хорошей стороны. Вот, практически нет никаких осложнений. И пациенты, которые в возрасте 60+, очень хорошо переносят. На самом деле это самые такие дисциплинированные люди, которые активно прививаются сейчас. И последствий от прививки никаких нет. Очень хорошо переносят. Стоит отметить, что вместе с проживающими здесь бабушками и дедушками прививку сделали и многие сотрудники пансионата. Они чувствуют большую ответственность в работе с пожилыми людьми и хотят свести возможность заразиться к минимуму. Обеспечить безопасность для проживающих. И в нашей сети уже несколько пансионатов сделали вакцинацию. И все пожилые хорошо перенесли, без осложнений, поэтому мы уже не первые, и нам не страшно. Через 21 день медики снова приедут в учреждение, чтобы провести второй этап вакцинации. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.